Ебаная нахуй. Блять, короче, погнали. Это обскур, это, блять, микроидс, блять, и прочие твари, дементоры, блять. История о чем? Хуй вот этот вот, короче, блять, который мячик сейчас кидает. Короче, он потерялся, блять. И Делбики, нахуй, его друзья, потом его будут искать. Вот, собственно. Черт, это, наверное, Эшли звонит. А вторую фразу что не сказал. Вот, сука, блять, нахуй. Так, идем не спеша, потому что, блядь, тёлка звонит, нахуй, как бы, блядь, подождёт, блядь. Алло? Кенни, почему ты не позвонил? Ты забыл, что мы встречаемся? Эшли, ну что ты? Ты же меня знаешь. У меня только что закончилась тренировка. Сейчас приму душ и приду. Ладно. И в этот раз не опаздывай. До встречи. Ага, уже бегу. Эй, что за... Где моя сумка? А, черт. Ну, собственно, как мы можем убедиться, этого долбоеба спиздили, нахуй, вещи от Гоши Рубчинского. Теперь нам нужно будет их вернуть. Ведь, блять, это необходимо сделать. Для него это как спиздили телевизор, тот же его Nokia 3310. Вот, собственно, блять. Ну, придется ебашить в темное, в никуда. Ну, наш герой, блять, смелый, долбоёб. Блять, по лесу гуляем. Ого, заебись. А тут парк, оказывается. Блять, вот на его месте, нахуй. Ну, вы все знаете, да? Ну, блядь, подвальчик, нахуй, ебать. Куда же еще, нахуй? Ебать, да я только при первом звуке съебал уже оттуда. Да каком? Я даже там бы не был, нахуй. Я даже только ту калитку ебучую не вошел бы. Ёпта. Значит, что мы берем? Привязываем ебаный фонарик к нашему, блядь, пистолику, блядь. Ну, пистолетов, как бы, в американских школах дохуя не на каждом углу сбросан, поэтому не удивляйтесь. Собственно, спускаемся в подвал. Там внизу дико страшно. Так давай съебемся нахуй отсюда. Нет, надо вернуть вещи Гоши Рубчинского. Вот, блять, по таким вот катакомбам у меня есть, короче, знакомый, блять, не обойдемся без имен. Его Корней зовут. Вот он, блять, постоянно любил вот такую хуйню, блять, полазить. Он сбегал из дома, жил то в коробках, блять. Что за черт? То в какой-то хуйне вот такой. Это, блять, его обитель, сука. Я не удивлюсь, что он тоже дементор какой-нибудь, блять, заебучий. Ну, блять, пиздец, пафосная походочка. Куча дерьма, как в повседневной жизни нашей. Это дерьмо растворилось, теперь можно идти. Большее дерьмо. Вот. Ну, что хочу сказать. Напоминает мою школу канистры с бензином, шприцы, спайсы, соли. Ничего удивительного, то есть обычное зрелище, скажем так. Клетки для БДСМ игрищ тоже, вот, как раз... Наш персонаж говорит его размера. Вот. Так. Ну, что за этой дверью, мы узнаем после... Ну, скоро узнаем. То есть, это знаю, я игру не один раз уже проходил. Вот. Так. Давайте уколемся. Или порежем вены. Надо Наденьке подарочек вот этот отправить. Хорошо, ладно. Это пилотный выпуск, он, блядь, не войдет. Идите нахуй.
блядь. Хуяк. Долбоебы, блядь, доигрались нахуй на уроке химии и похуярили пол, блядь. Кинули этот натрий. Ну, блядь, это, короче, хуёво химия. Так, типичная школа, помещение общаги, то есть кровать, один ярус, обратите внимание, обоссанный матрас, надписи, сосуни дорого, блядь, опа. А это типичный представитель общаги, проспейсованный, сука, долбоёб, который хочет себе голову свернуть, но у него это не получается. Нет, пожалуйста. Пожалейте. Нет. Эй, а что это за место? Надо больше уколов. Жжется. Кто мы-то, ёпта? Нет. Кому ты обращаешься? Я тут один, сука. Ты тоже на это купился? Братишка, я тебе покушать принёс. Понимаешь? Нам надо отсюда выбираться. Быстро. Ладно, давай двигаться. Блять, почему ты не съебал отсюда давно уже? Он же псих. Не брошу. Не брошу. Пиздец, да пошел ты нахуй, при первой возможности я тебя кину. Ну смотрите, вот посмотрите на него, это ж, блядь, живой труп, нахуй. Как он двигается. Что у него, блядь, в руке, нахуй? Это что за точка, блядь? Это что? Блядь, у него заточка, нахуй. Сука, иди вперед. Ебать, ходячий труп, смотри, блядь, сука. Или что это, блядь? Блять, это атрофированный палец, сука, ебать, он мутант, нахуй. Денчик, ты мутант, блядь. Ебать, у него ноги зеленые, сука. Он всегда прячет тут пушку. Да кто он-то, ёпта, блядь. Блядь, ну, сука, нарик опасный, нахуй. Блядь, да чисто гангстеры, блядь, школьники. Дали хуяк, нахуй. Уже в кого-то там палит. Может, просто еблан. Ну, приход. Так, ладно. Давайте съебывать. Ёб твою мать, блядь. Ну, сука, это учителя, блядь. Сука. Блядь, стреляй же, еблан. Меня еще укусили за тебя, долбоёб. Проход закрыт. Давай-ка отодвинем клетку. Он слишком сильный. Надо схватываться отсюда! Ебать, я в тебя верю, нахуй, стреляя! Сука, пизда! Братишка! Блять, братишки, нету, нахуй! Блять, эти ебаные... Бежим! Бежим! Ес, мы съебались! Хэппи-энд! Блять, долбоёбы закрыли выход. Пиздец! А дальше нахуй потом сниму, блять. Иди и всё, блять, нахуй.